Ой, водичка какая прозрачная. А здесь, вы посмотрите, какая красота. Но я вам сейчас покажу, какой у нас отлив. Смотрите. Вот. Это вот я иду, и мне чуть-чуть только пятки я помочила. А вот там, где желтая скамейка, там мои вещи. Если вообще ее видите, эту скамейку. Там надо приближать в морской бинокль. Одна медуза, там целая куча их. А, они не выбросились. Они просто был отлив сильный, наверное, несколько дней. Вот они оказались на песке, не смогли в воду вернуться. Вода ушла. Смотрите, какая прелесть, а? Ой, как хорошо. Сегодня у нас плюс 28, на 4 градуса больше, чем вчера было. Там я живу. Людей пока еще не так много. Сейчас 11 утра. Но будет сегодня здесь много людей. Опять иду километр для того, чтобы хотя бы по пояс мне было. Вот сейчас будет по пояс, а потом снова пятки чуть-чуть намокнут и все. Ух! С непривычки так, ой, бодрит. А когда возвращаешься обратно к берегу, вода просто горячая. Так, я все на свои вещички поглядываю. Что-то я сбилась с курса. А, точно, я сбилась с курса. Вот мне чуть левее надо отойти. Так, идем дальше. Хорошо, наверное, сейчас уже присяду, потому что так теплее будет. Ой, раз, два, три. Ой, не могу решиться. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Фу. Когда идешь по этой жарище, кажется, что нырнешь в воду любой температуры. А вот сейчас так, эх. Нет, она не холодная, не холодная просто. Ой, я присела. Ой, ой, фух. Ой, не, нам дальше не пойду, там что-то холодно уже. Вода еще не успела нагреться, хотя ночью такая духота была в квартире. Все у нас все открыто, все окна. Сквозняка мы не устраиваем, конечно, сквозняков. Но все равно. Даже занавески не шелохнутся. Все прямо воздух такой горячий. Воду включаешь холодную, трубы нагреваются на солнце. Там, где холодная вода, там течет тоже горячая. Из горячей течет кипяток, а из холодной течет горячая вода. Так, все поглядываю на свои вещички. Видите, как я далеко от берега? Это мне чуть-чуть только даже ниже немножко. Надо еще чуть подальше дойти, чтобы хотя бы по пояс. Но я уже присела. Присела и буду вот тут вот барахтаться. Если вы хотите, я могу пройти дальше, показать. Если кто не знает, какое у нас море, какой Финский залив, что нужно шагать и шагать и шагать. Но для тех, кто умеет плавать, им надо очень далеко от берега отойти. Очень далеко. Видите, буйки где? Вон там яхты, кораблики. А, это на какой-то паром идет. Да, наверное, это паром идет. Сейчас приближу, покажу вам. Где он? А, вон он. Вот видите, насколько я приблизила. Вот, где буйки. Вон паром идет в порт пассажирский, возвращается. Вон яхта. Яхточки. Вот там, где темно-темно-синий, вот там уже, конечно, глубина.
вот сейчас мне уже даже выше, чем по пояс. Ну-ка, видите, вода прозрачная какая. А, вы не видите, потому что у меня на увеличение поставлено. Сейчас я... Сейчас я... Во, смотрите, видите? Водичка какая хорошая, прозрачная. Ну все, я быстро привыкла. Она, конечно, не холодная. Пойдем дальше. Покажу вам, что там снова мелко. У нас, кстати, в Таллине море теплее, чем в Паланге в Литве. О, все, пошла опять мелко. Потому что в Паланге хоть какая температура воздуха как бы не нагревалась. У нас такое явление было только в прошлом году, когда я уже говорила. О, видите, смотрите. Все, опять пятки мочим. У нас только в прошлом году было, прошлым летом, такая температура воздуха и воды так резко различались, что жара была неимоверная 4 месяца, а вода плюс 3. А в Литве все время такая вода, может быть, потому что там море открытое. Может быть, поэтому. Скорее всего, что так и есть. Там... Очень холодно. Так, ну вот, это район там вот за этими высотками, где я живу. Там вот за этими домами, там еще вот дальше 16-этажные дома, и там мой дом. А вот правее чуть-чуть, вот где лесной такой массив, там Таллинский зоопарк. Здесь в воде тоже загар предстает еще как. Что-то я волнуюсь сегодня за вещи. Тут как-то пустынно там. Вчера я была вот там посередине, где много людей. Мне как-то очень много тоже не нравится. Уже когда не видишь своих вещей, уходя купаться. Это мне тоже не нравится. Я пришла, ну, днем, в начале третьего, наверное. И было... Ну, так хорошо, что и я видела, кто рядом со мной. Потом уже набежали люди, уже с берега не видно ни вещей, ни ориентиры, по которым там я ориентировалась. Он пускает змеев бумажных. Так, ладно, пойдем еще вперед. До Буйков. Пойдем до Буйков. Ребята, как здорово купаться. Это вообще. Так, ладно, дальше не хочу идти. Здесь будем. Ой, балдеж. Ой, балдеж. Ух! Привет! Присоединяйтесь ко мне, давайте будем вместе купаться. Будем плавать, загорать, наши трусики стирать. Высоко бумажных змеев запустили. Для бумажных змеев нужен, конечно, ветер.
Ну и нам хорошо, ветерок в такую погоду жаркую тоже бы не помешал. Ой, хорошо. Сейчас немножко плескаюсь тут, пойду позагораю. Второй раз уже не возьму с собой камеру. Там тоже, видите, хорошие дома прямо на берегу находятся, на пляже. А там еще есть дома такие модные, современные, новые построены. Там вообще, конечно, красота. В сосновом лесу, на берегу моря. Кто еще не видел мой новый маникюрчик, посмотрите. Красота. Рыбок видела маленьких, не знаю, как килька малолетка. Хорошие волны, когда пройдет какое-нибудь судно, тогда, ох, такие волны. Я видела, как люди сидели на берегу, сидят и ждут. Не на этом пляже, на другом, там, где открытое море. И там как пройдет паром большой, и такие волны, и все сидят на берегу, ждут. Только он пройдет, все с криками. И все туда, в эти волны. Бабах! И взрослые, и дети. Хотя взрослые те же самые дети, по сути. Ну, кто-то, правда, до самых взрослых лет остается ребенком. А это, наверное, хорошо. Сохранять молодость души и восприятие детской жизни. Радоваться искренне приятным вещам, каким-то радостным. Хорошая водичка. Не парное молоко, но хорошее. В жаркий день в самый раз такая вода. Сейчас пойду обратно, там будет прям парное молоко. Берега горячая вода. Долго жариться не буду сегодня, пару часиков посижу и пойду видео монтировать, готовить. Огурчики надо подвязать, у меня там еще огурцы такие мелкие, ну, сорт балконный, мне дали семена, я вам показывала, посадила их. Что-то медленно растут, может быть, поздно, надо было раньше сажать, в мае, наверное, в начале. Ну, посмотрим. У некоторых вон у Натальи Мусиной и дома растут в любое время, по-моему, не только весной, летом. Так что, посмотрим. Будем все-таки ждать урожая. Но это последний раз. Если уже и в этот раз не получится, тогда я только цветы буду выращивать, больше не буду заморачиваться. А вот это не высохшая медуза. Сейчас будет операция по ее спасению. Ой, иди сюда. Пойдем купаться. Иди, купайся. Ну, живая? Надеюсь, что очухается. Плыви давай. Плыви давай. Плыви. Будем надеяться, что мы ее спасли. Еще маленькая одна. Ой, ребят, меня сейчас чуть Кондрат не хватил. Смотрю, нет моей сумки нигде. Фу. Ой.
Думал, сейчас в купальнике домой босиком пойду. Вон она, моя сумочка. Фух, слава богу. О, смотрите, какой змей. Прям как дракон. Летит. Там еще. Так, где дракончик? Ух ты, какой классный! Смотрите, ящерица. Здорово. Все подходит, люди подходят. Все стремятся поближе к воде. Ребята, всем добрый день, приглашаю вас на обед. Сегодня у нас не такая, чтобы жара прямо, но ничего горячего есть не хочется, супов никаких горячих. Я сегодня сделала свекольник. Очень вкусненький получился. И на второе вот такая молодая картошечка, свежая, запеченная в духовке. И икра заморская, кабачково-баклажанная, с помидорками, с лучком, с морковочкой и зеленый лук. Так что пойдемте обедать вместе со мной. Всем приятного аппетита!